Глянцевый онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни. indarnb.ru. Хочу я верить в лучшее. Да я наивно смешон, но это нужно мне. Друзья все говорят, мол, так нельзя. Но это, видимо, настолько сильнее меня. Во мне родился свет, потушить его не в состоянии даже небожители. Коснись мои руки и поймешь, как чувства молча заглушают, разрушают ложь. А что поделать, мир так устроен. Мы продаемся все, когда что-то стоим. Но посмотри в глаза, там твоя защита и уверенность в том, чей я мужчина. Еще там красоты притяжения. Так, мы находимся на презентации моего нового альбома под названием «Шик». Меня зовут Эл Соло. Я передаю всем привет, кто там меня видит. А сейчас я вам покажу, как выглядит этот самый альбом. Вот я залезаю туда глубоко-глубоко, и вот он, опа, смотрите, похож. Вот, а на самом деле для меня это очень важно, то, что сейчас я держу в руках. 5 лет я не выпускал ничего, вот, и поэтому я, наверное, счастлив. Я обещаю, даю вам слово, что отныне перерывы будут гораздо меньше и меньше, то есть у меня готово уже много нового материала для следующего альбома. Так что я вернулся, знаете, и надолго. Индар Анбип, всем привет! Ураган стихнет, и мы построим новый дом свой. Сегодня мы присутствуем уже на презентации Эл Соло с альбомом «Шик». Вот этот альбом. Я знаю, что последний альбом, который выпускал Эл, был 5 лет назад. Я его дергал, под зад ногой бил, говорил: давай, выпусти уже быстрее альбом. В итоге, поверьте мне, он выпустил альбом, в котором около 20 или 25 композиций было. Но мы решили это все дело сократить, оставили 14. Причем там еще Костас очень много всякой шняги наговорил. Вот. Поэтому я так уверен где-то, что еще через 6 лет мы услышим остальные 20 треков. Ладно, на самом деле мы присутствуем сегодня на незабываемой вечеринке. Эл готовился к этому долго. Самое главное, надо сказать, что он из группы Bad Balance и делает свой сольный продукт. А каждый в нашей команде делает обязательно свой сольный продукт, в который никаким образом никто не вмешивается. Мы можем подсказать издали, так или иначе я бы сделал, но никто не говорит, что и как нужно делать. Поэтому это абсолютно 100% Элла работа, как по музыке, так и текстам. Его продюсирование, он знал и знает, как правильно сделать рэп и как правильно сделать шик в этом рэпе. И советую всем послушать этот альбом. Он дорогой, то есть те парни, которые предпочитают «Жигуленки», не могут врубиться в этот альбом. Поэтому этот альбом все-таки оставляем тем, кто хочет расти и понимать рэп-музыку, да и жизнь, в общем-то, всю немножко по-другому. Эл Соло заслуживает уважения, и мы его все вместе поздравляем. А в частности, я, мастер-шеф 2010. New Style Promo, клуб «Жара». New Style Promo готовы всегда вас радовать тематическими вечеринками и такими артистами, как Эл Сол. Ну что ж, за меня скажет мой брат Кило. Добрый вечер, «Жара». Как дела? Рад вас вновь видеть всех в пятницу. New Style Promo, клуб «Жара». Сегодня у нас грандиозное событие. Презентация альбома легендарной группы Bad Balance, одного из участников этой группы, Эл Соло, «Шик». Я говорю «Bad», вы говорите «Ти». Bad! Bad! Stand up, up, yeah, yeah, yeah. Stand up, up, yeah, yeah, yeah. Stand up, up, yeah, yeah, yeah. Стой, Москва! Перелом и Москва! Сейчас будет баллада, не будет хип-хопа и прочего, будет песня для девушек. Я тебе такое сам придумал. Я из книг страниц не вырывал. Я назвал тебя своей мечтою. И свою мечту на небо взял. Танцуй вместе со мной. Танцуй, пока музыка льется. Танцуй вместе со мной.
я украл тебя. Поехали! У нас сейчас к нам присоединяется тот самый Элсол, которого мы ждали. В общем-то, его презентация, его альбом. Я знаю, что уже там разыграли какую-то часть, но самое главное, все впереди. Что я ждал такого от Элсола? Слова волжского не было, настолько жесткого слов. Белого брата на улице в Москву приняли. Уже давно за своего в доску видели. А клубы обители подъемной элите. Найдите его, что не пустили без контроля блюстители. Поймите, нужно пройти прежний пути длительный, чтобы впасть в милость у соло-ценителей. Ищите соло в метро, в автомобильных пробках. Ищите в татуировках, на женских бобках. Ищите соло в тусовках, московских красоток. Высоких красотках, от соло и сотки. От соло и сотки. Целые сопки. Я помню каждое слово, злое не обоснованное. В адрес мой я просто выжидаю. Стратегия боя разработана мною такая. Я в рэп не играю, я с рэпом на деньги играю. Здравствуйте! Ну что, напомнил я, кто такой Элсола, кто я такой вообще? Напомнил, вспомнили? Нет! Отлично! Яркой жизни живите, люди! Жизнь одна, другой такой не будет. А значит, все надо успеть в ней. Видите так себя, как будто каждый день последний. Не нужно ждать чего-то или лелеять мысли, что все впереди еще. Какие мои годы? И загонять себя в границы от прекрасного. Соблазнов? Нет, не согласен я. Инда-R&B. Глянцевый онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни. Инда-R&B.ru.